7 команд по 3 человека в каждой. И они – сотрудники пожарно-спасательных формирований «Орла». И им предстоит не просто испытание. Это работа на износ. В обстановке, приближенной к той, в которой приходится работать огнеборцам. Площадкой для состязаний был выбран жилой высотный дом. В области профессиональной деятельности среди пожарных является подъем на 17 этаж жилого здания по маршевым лестницам. Подъем осуществляется на время в полной боевой экипировке с необходимым минимумом пожарно-технического вооружения и инструментов. Испытание достаточно серьезное и требует от пожарных физической выносливости. В полной боевой экипировке и снаряжении газодымозащитника забежать на 17 этаж. Это 255 ступеней и 50 метров вверх. Экипировка – это полностью боевая одежда пожарного, также шлем пожарного. Пояс, топор пожарного, рукава, 3 штуки, в звене ГДЗС, получается, мы проходим. Вес всего этого оборудования с учетом боевой одежды и дыхательного аппарата около, почти 35 килограмм. В условиях реального возгорания пользоваться лифтами в здании категорически запрещено. Счет при спасении человеческой жизни идет на секунды. За эти выигранные секунды и боролись спасатели. Самое важное при этом до автоматизма отработать порядок действий, взаимодействия внутри звена газодымозащитной службы. Звено состоит из 3 газодымозащитников. Кроме этого, 1 газодымозащитник, это 4-й, выставляется на посту безопасности, который контролирует в режиме реального времени параметры работы звена. Фиксирует время выхода, время входа. Самой быстрой на этих состязаниях оказалась команда 3-й пожарно-спасательной части по охране железнодорожного района города Орла. Они взбежали на 17 этаж за 2 минуты 41 секунду. Алина Казакова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».